снова я. Вижу, ты разделила мой интерес к зверям из мира предтеч. Держи, Ньюк. Это последняя из фигурок. Клянусь синим светом, не смел надеяться, что увижу всю коллекцию. Посмотри, они... прекрасны. Ты совершила великое дело. Возможно, это последнее свидетельство существования этих зверей. Возьми. В благодарность. И приходи еще. Я и друзья-животные будем тебя ждать. Пока это все. Тогда увидимся. Урсус американус. Великолепный американский барибал. Представляет Montana Recreations. Как бы тебе понравилось встретить его в лесу? Думаю, мне очень бы понравилось. Какой же прекрасный зверь. Puma Concolor. Грозный дикий кот. Представляет Montana Recreations. У него шкура песочного цвета. Это землеройное животное? А зубами он норы копал? Бизон, бизон, бизон. Именно так на латыни называется царственный американский зубр. Представляет Montana Recreations. На латыни? Может, в мире предтеч так было принято несколько раз повторять имя особо почитаемого зверя? Урсус Арктус. Свирепый серый медведь. Представляет Montana Recreations. Такие когти могут разорвать тебя пополам. Может, в юном возрасте, но Montana Recreations, сказал он, седой. Он стар для охоты. Адакойлиус виргинианус. Прекрасный чернохвостый олень. Представляет Montana Recreations. Не похож на хищника, но, возможно, эти рога нужны были ему для охоты за неимением клыков. Канис люпус. Загадочный серый волк. Представляет Montana Recreations. Может ли так быть, что эти волки и наши лисы — это одно и то же? Может, по прошествии сотни зим? Нет. Нет, это смешно. Альцес альцес. Благородный лось. Представляет Montana Recreations. Рога растут как деревья. Конечно, этому лосю нужны были эти чудные наросты, чтобы маскироваться.